готовы встретить, как говорится, любую леопарды, абрамсы, без разницы. Наоборот, даже у людей есть какой-то азарт, то, что, ну, надо попробовать, как разобрать. Мы готовы к этому, готовы, знаем, куда бить. Будет для нас что-то новенькое, какой-то опыт для нас будет. Ну, ничего страшного. Самое главное, это настрой боевой. Я считаю, что все будет нормально у нас. Ну, стреляем потихонечку, на закрытых огневых позициях работаем. Вот. Получается, потихонечку разбиваем опорные пункты, склады с боеприпасами, личный состав. У меня уже все бойцы изучили все, куда надо бить, куда, ну, руководство наше скинуло. Влад, я укол, выстрел, наблюдай. Огонь.